откуда появилось выражение «дойти до ручки». Оно тесно связано с самым популярным хлебным изделием на Руси – калачом. В давние времена он имел своеобразную ручку и был овальной формы. Делалось это не просто так, а из гигиенических соображений. Весь день работавший человек не мог похвастаться чистыми руками. Держали калач исключительно за ручку, с аппетитом поедая самую пухлую часть. А когда доедали, отдавали грязную ручку беднякам, которые всегда были неподалеку. Ну или кидали собакам. То есть дойти до ручки – это позариться на самую грязную часть калача. Дойти до крайности –